какой союзник нужен России, США или КНР? Китай, ну что, надо с ним дружить. Когда решаются какие-то вопросы мирового плана, тандемом идти, то есть решать их. Китай. Они всегда у нас были друзьями. Я помню в детстве, когда у нас было в 50-х годах сложно, вещи китайские нам очень понравились. А потом их путь, как они вырвались из отсталой какой-то страны на лидирующее положение в Москве, стоит изучить и внедрить. Я хотел бы, чтобы США. Мне кажется, что они ближе нам и по ценностям, и по менталитету, и по вере. Китай – это другой мир. Ну, я думаю, раз мы соседи все-таки, Китай, то, что финансы – это первое очень, очень выгодно, потому что торговля у нас очень хорошая, налажена с китайцами. Американцы всегда будут на нас смотреть не совсем как китайцы. Я думаю, китайцы и все. Мне кажется, в зависимости от периода времени одинаково. Все преследуют свои интересы. Сейчас, наверное, Китай, но насколько это надолго? Но опять же, это же Китаю нужно, чтобы свои цели выполнить, нам, чтобы как-то подрасти, поднакачаться. Вот, поэтому, наверное, сейчас единственный вариант. Китай, конечно. Но в этом есть свой риск, потому что они очень агрессивны в плане захвата сфер деятельности территории России. С Китаем мы уже сближались, уже были какие-то общие точки соприкосновения, мы с ним умеем дружить. С Америкой дружили по нужде, когда была Великая Отечественная. И вот это вот, несмотря на всю китайскую хитрость, на нее есть русская хитрость, а вот на американское высокомерие и нам все положено, потому что мы такие, великие, с ними мы не поладим по-любому. Пока есть Америка, лучше дружить с Китаем. Вот когда не будет Америки, дружба с Китаем станет опасной.